Международный день защиты детей – это один из самых любимых и долгожданных праздников для всех ребят, когда им адресовано все внимание, забота и любовь. Дети сегодня получили незабываемые эмоции. Мне очень нравится этот праздник. Это мой любимый праздник. Я очень хочу хорошо отдохнуть с друзьями. Рада, что наступило лето, и хочу отдохнуть. Я очень люблю этот праздник. Я обожаю все эти праздники и выступать на сцене. Мне нравится в этом празднике выступать. Вчера я 23:59 кричала «Ура, лето!» Ой, не «Ура, лето!», а просто «Лето!» в окно. Потому что уже новый день через минуту. И вот. А этот день я планирую провести с семьей. Спасибо всем, что организовали такой праздник. Я хочу интересно провести этот день. Взрослые, пришедшие на праздник, призывают брать с детей пример того, как нужно радоваться жизни, и говорят, что необходимо окружать их заботой и любовью. Этот праздник очень важен для родителей и детей. В этот день всегда родители стараются проводить весь свой день со своими детками, посвятить все свое время им. Всем деткам желаем крепкого здоровья, чтобы у них было счастливое, беззаботное детство и мирное небо. Сегодня очень прекрасный день для всех детишек. Я сегодня здесь со своей семьей, со своей дочкой, с моим мужем. Сегодня будет очень красивая программа для деток. Я планирую показать моей дочке. Это ее первый такой праздник, который она сейчас увидит сегодня. Организаторы праздника рассказали, что все усилия были сегодня направлены на то, чтобы сделать незабываемым праздник для самых маленьких жителей Гагаузии. Приветствуем вас у нас в Чедерлунге. Посмотрите, какой за моей спиной праздник. Сегодня все дети у нас в гостях. У нас созданы прекрасные условия для того, чтобы на свежем воздухе, в красивом парке мы встретили самый замечательный праздник – День защиты детей. Такие праздники должны для наших детей организовать не только первый, но и каждый день. Родители, школы, садики, взрослые. Сегодня это особенный день. В нашем парке Победы мы организовали для наших детей большой прекрасный праздник при поддержке Единого культурного центра, всех наших детских садов, всех общественных организаций в городе есть, Дома творчества, то есть сегодня все для них. Впервые День защиты детей стали отмечать в 1950 году. Его целью было напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились и занимались любимым занятием.